Детские площадки, подпорные стены и благоустройство дворов. Мэр Магадана Юрий Гришан вновь провел депутатский час. Глава муниципалитета обсудил с парламентариями проблемы города. Жители областного центра обращаются к депутатам с просьбами о помощи, а народные избранники совместно с мэром помогают решать проблемы. Ксению Суханкину избиратели попросили помочь с облагораживанием территории по адресу набережной реки Магаданки, 3. Я очень хотела, чтобы заасфальтировали адрес набережной реки Магаданки, 3, потому что люди там уже 2-3 года ходят по камням и булыжникам. В этом году это обязательно проведут благоустройство. Это прям радует. По 60-му садику тоже несколько лет подряд козырьки, которые находятся в аварийном состоянии и угрожают жизни наших детей, будут в этом году приведены в порядок. Также на депутатском часе обсудили дороги и дворы. По округу номер 2, который представляет депутат Эдуард Приходько, по улице Берзина заменят систему водоподачи на ФОК «Президентский». Кроме того, планируют провести благоустройство дворов по всей улице. А еще депутат и градоначальник обсудили площадку по улице Шандора Шимича. Также проговорили, что по улице Шимича, это за зданием вновь построенного дома Вилком, есть проблема и необходимость благоустройства дворовой территории. Она достаточно объемная. И решили, что необходимо собрать информацию со всех проживающих жителей этих домов, которые относятся к этому двору, чтобы они хотели в этом месте увидеть либо спортивную площадку, либо зеленение, либо там еще какие-то, может быть, пожелания. Но эти работы будут не в этом году, а, скорее всего, спланированы на следующий или на третий год. Пока идут подготовительные работы, отметил депутат. Кроме того, на встрече обсудили проблемы по набережной реки Магаданки, 13, по адресу неподалеку с водоотводом. По поручению Юрия Гришана специалисты проведут съемку территории для составления плана работ.